Снова здравствуйте, дорогие друзья. Опять мы с вами на том же месте, ну и в тот же час, наверное, сзади меня находится тот же самый холодильник, который был в прошлом видео, на котором мы, так скажем, закончили с вами. Значит, что мы в прошлом видео с вами делали? Мы в прошлом видео делали с вами предварительную диагностику. Это ту диагностику, которую, в принципе, мастер максимум, по сути, может сделать на дому у клиента. Все остальное, что мы сейчас будем делать, то есть более глубокую диагностику, эту диагностику на дому сделать очень сложно. Можно даже сказать, практически невозможно. Поэтому еще раз, каждый раз я повторяю, холодильник ремонтировать на дому можно только в основном электрическую часть. Ну, либо вот явные какие-то признаки, когда не совсем понятно, спорные какие-то признаки возникают. Ну, невозможно его на дому, просто времени не хватит у вас там сидеть. Ко мне, кстати, сегодня звонил один из подписчиков, ну, может быть, просто зритель, значит, из Краснодара, который жаловался, что ему на дому сделали холодильник «Атлант». Там поменяли, значит, ему поставили навесной испаритель плачку, заменили капиллярку, двухкамерный холодильник, значит, с нижней морозильной камерой. И после такого ремонта он толком и не морозит, и что-то у него там трески какие-то получаются и все прочее. Значит, я его, конечно, в глаза не видел, но я просто человеку объяснил, что внесение конструктивных изменений в холодильник, то есть установка другого испарителя, другой капиллярной трубки, просто на бум, потому что человек пришел, он откуда он точно знает, какая там стояла капиллярка, никому не известно, ни одному мастеру. Результат неизвестен, поэтому такой ремонт необходимо делать в мастерской, чтобы его протестировать после ремонта, значит, посмотреть, какие недостатки у него, устранить после этого эти недостатки, подогнать его более-менее, чтобы он подходил по тем параметрам, которые заложены были с завода, и чтобы человеку достался он нормальный. Трески, например, могли быть из-за того, что демпфера не подложены под плачку, то есть нужно было, допустим, резиночки какие-то подложить, чтобы на расстоянии от задней стенки плавающий испаритель был, тогда не будет. А он саморезами прижал прям непосредственно к пластику. Соответственно, примерзает лед, потом потрескивает, все это дело будет трещать, это понятно. Вот. А то, что он не холодит нормально, но это либо капиллярка не соответствует, либо еще что-то там, может быть, допустим, фреона не то количество залито, может быть, больше, либо меньше. Я не знаю, что там, короче. Его нужно смотреть и диагностировать после этого, после того ремонта. В общем, это отступление лирическое. Значит, что мы выяснили в прошлый раз с вами? Мы выяснили, что компрессор исправный, и выяснили, что есть недостатки. И предположили с вами, ну, есть недостатки определенные, то есть отсутствует чашка дренажная и порыв резинки. Значит, и мы с вами предположили, что у нас, скорее всего, возможно, где-то утечка, потому что то количество фреона, которое должно быть, да, оно дало бы больше бы давления все-таки в системе, оно дало бы, ну, 2-3 бара давления, потому что здесь тепло. Вот, но было очень мало. Я считаю, что там недостаток был фреона. Но это пока только предположение. Поэтому мы сейчас перейдем к следующему этапу, где будем делать более глубокую диагностику. Соответственно, мы что сейчас сделаем? Мы демонтируем мотор-компрессор. Почему мы его демонтируем? Потому что то, что мы его проверили, что он рабочий, это хорошо, но нам нужно будет еще проверить состояние масла и наличие этого масла, количество. То есть мы его сольем, масло с него потом посмотрим, что, значит, в каком оно состоянии и в каком количестве. Если оно будет плохого состояния, то есть цвет будет темный, мы его поменяем. Если оно нормальное, мы его оставим, зальем, да, дозальем его, либо вообще просто поменяем другое масло, то есть норму зальем, как положено, если там недостаточно масло, бывает и такое. Вот поэтому компрессор мы будем снимать. И мы будем опрессовывать его, ставить на опрессовку. На опрессовку мы будем ставить до утра. Сегодня у нас вечер уже опять, так скажем. Сегодня я был целый день занимался монтажом и всем прочим. Ролик пока выложил. Это очень большой процесс, длительный. Вот. Значит, мы сегодня поставим на опрессовку его, а завтра уже мы посмотрим результат. Значит, еще раз хочу пояснить, что вам. То есть, для начинающих холодильщиков, кто собирается. Значит, вы должны понимать, что общепринято как бы делить холодильник на два контура. То есть контур высокого давления и контур низкого давления. То есть контур, который до мотор-компрессора
значит, после капиллярной трубки, это считается контуром низкого давления, а контур, который после мотор-компрессора и до капиллярной трубки, ну, до впрыска даже, до испарителя, так скажем, это контур высокого давления, можно так их разделить. Ну, мы капиллярку вообще пока исключаем, потому что у нее единственная поломка у капиллярки, по существу, бывает, это только засор капиллярной трубки, другого ничего не бывает, ну, либо поломали ее. То есть она прохудится, у меня практики такого не было никогда, я думаю, что она и не может прохудиться. Значит, но еще сразу скажу, что каждый из этих контуров, он тоже состоит из нескольких частей, ну, как минимум из двух. То есть контур низкого давления, вот в данном случае в этой модели, состоит из испарителя морозильной камеры, по порядку берем, в порядке, так скажем, движения хладагента, и испарителя холодильной камеры. То есть утечка, допустим, может быть как в испарителе холодильной камеры, в испарителе морозильной камеры, и может быть утечка еще и в трубопроводе обратном либо промежуточном. То есть здесь очень много частей. То есть утечка может быть, допустим, в промежутке между, в перемычке между холодильной и морозильной камерой. Тоже может быть такое. Да, то есть, в принципе, сторону низкого давления можно разделить даже на 4 части. То есть, первое – это испаритель морозильной камеры. Второе – это переход, трубопровод между морозильной камерой и холодильной камерой. Третье – это испаритель холодильной камеры. И четвертое – это обратка от испарителя холодильной камеры и до мотор-компрессора. То есть аж 4 получается, но мы пока будем опрессовывать все это вместе, чтобы выявить нам. Мы сначала сейчас опрессуем, разделим напополам и будем смотреть, в той или в той стороне есть ли утечка. Если в обоих нет, хорошо. Если в какой-то мы найдем из этих утечку, значит, мы будем уже делить тот контур, где показал утечку, и искать уже более подробно в той половине. Таким образом мы будем идти. Значит, контур высокого давления, он состоит обычно из двух частей. Ну, часть бывает и из трех, там, как поделено, да, бывает, разветвляется там, допустим. Но в данном случае он состоит из двух частей. То есть это контур подогрева контура дверного проема, он уходит, вот трубочка от мотор-компрессора и пошла туда, возвращается. И второй, значит, это сам вот конденсатор. То есть бывает подключение сначала к конденсатору, а потом к контуру подогрева. Бывает подключение между, то есть в конденсатор, а конденсатор бывает разделен на две части, потом от половины конденсатора уходит на подогрев, а потом, значит, возвращается во вторую часть конденсатора, а потом уже, значит, идет на капиллярную трубку и на впрыск. Вот, значит, в данном случае у нас модель простая, идет сразу на подогрев кромки двери, возвращается и на конденсатор. Утечка на конденсаторе бывает, но очень редко, зачастую, когда трубочка проходит, вот там какая-нибудь на стенолах 106-х, допустим, морозильниках, и она трет там где-нибудь, и бывает, протирает трубку конденсатора. Очень редко, обычно это только механическое повреждение бывает, но бывает. Чаще бывает утечка в контуре подогрева. Поэтому, когда приходят мастера, делают на дому, они видят, что утечка в контуре высокого давления, если взять их обобщить, и режут к чертовой матери контур подогрева кромки двери. Либо вообще они видят, что утечка, и режут все, что можно, без разницы, не выяснив, просто, да, как минимизируя все возможные вот эти вот места утечек, соединяют, лишь бы запустить. Мы по такому пути не пойдем. Значит, мой принцип — восстанавливать по возможности до того состояния, которое выпускает завод, потому что на заводе рассчитывают инженера, делают все это правильно. Значит, еще хочу вам сказать, значит, у меня вопрос такой был, для чего я делаю петлю? То есть, вот сейчас я вам покажу, да, поближе. Давайте подойдем сюда. Вот здесь вот, когда я отрезаю вот здесь вот контур подогрева, то я не напрямую прям сразу соединяю вот сюда от конденсатора, а делаю такую петлю, 3-4 кольца. Значит, меня спрашивали, с какой целью я это делаю. Значит, ну, во-первых, снизить передачу вибрации, как демпфирующая, а во-вторых, хотя бы частично скомпенсировать тот объем конденсации, где происходит конденсация, которая проходит вот внутри. А она проходит, там длина трубки
где-то от 2 до 4 метров может достигать. Поэтому, ну, хотя бы здесь метр желательно все-таки накрутить. Потому что легче будет работать холодильнику, больше места для конденсации, легче, ну, компрессору будет легче работать. Значит, вот с этой целью. Значит, ну все, давайте сейчас перейдем к демонтажу мотор-компрессора и подготовке трубок к компрессовке. Вперед! Итак, друзья, чтобы демонтировать нам мотор-компрессор, значит, нам понадобится что? Пассатижи любого типа. Ну, я использую такие, они очень удобные, это еще с советских времен. Их можно переставлять, видите, как они. Можно шире переставлять, уже для захвата, очень удобные. Значит, понадобится отвертка, желательно среднего размера, плоская, не сильно большая. Значит, и еще нам понадобятся вот такие вот резиновые заглушечки, чтобы перед тем, как мы его демонтируем, мотор-компрессором, нам заткнуть вот эти патрубки, чтобы после демонтажа туда не попала ни пыль, ничего, как бы в сторону берем. Значит, давайте мы сначала заткнем эти все трубки, чтобы потом как бы, ну, убрать уже аккуратно. Затыкать мы будем... Сейчас я вам скажу как. То есть, во-первых, нам нужна будет вот такая вот проволочка. Вот я ее изогнул. Как я не знаю, чтобы видно было, да? Это чтобы удобно было держать. Диаметром она где-то 2 мм, наверное. Просто проволока. И здесь, чтобы была такая гладкая, без заусенцев, чтобы не порвать резинки. Чтобы их удобно было засовывать. То есть втыкаем сюда и засовываем штырек туда. И затыкать мы будем вот эти трубки на включенном мотор-компрессоре. Для чего? Чтобы он туда засосал, и эти легче будет. И он свакуумирует даже себя. То есть, ну, как на заводе запечатают, так и мы запечатаем. Поэтому давайте мы сейчас включим его в сеть. Сейчас я его включаю. Вот я его включил в сеть мотор-компрессор. Берем две потолще, которые затыкаем сюда, вот в эти две. И проволочкой туда догоняем. Вот он легко заходит. Он засасывает туда его сам. Он пока работает, выкачивает из себя. Вот этот вот нагнетательный, мы пока его не трогаем. А эти все, сейчас он заткнет. Вот он все заткнул их, засосал в себя. Значит, и теперь пока еще выкачивает, видите. Ну все, в принципе, можно вытыкать из сети. Убираю я, так, где он? Убираю и затыкаем и эту. Вот мы его законсервировали пока. А, пойдет, хватит, не выстачит, не выкачит. Значит, теперь что нам нужно? Нам нужно снять, отсоединить электрическую часть, вот эту. Для этого нам нужно снять вот эту защитную крышку. Вот для этого нам нужна вот эта отвертка. Значит, каким образом снимается вот это вот на компрессорах фирмы ACC? Значит, вот я специально приготовил аналогичную, ну, похожую, так скажем, крышечку. Она от такого же наподобия компрессора. Значит, принцип здесь такой. Он наезжает по салазкам, значит, по направляющим, по металлическим. У него здесь есть вот направляющие. Вот одна, вот вторая. И защелкивается вот этим вот тычком. Чтобы этот тычок нам отстегнуть его, нам нужно забраться вот отсюда отверткой, поддеть ее вот таким вот образом. Вот, смотрите. Вот мы поддеваем тычок и отжимаем его. Не знаю, видно вам, нет? Вот мы поддеваем и отжимаем. С тем самым мы фиксацию снимем. Значит, вот давайте делаем здесь так же. Вводим. Это для того, кто не знает, я специально показываю, потому что бывают сложности, не знают, как вскрыть его. Отводим. И вот он вышел. То есть снимается здесь легко. Сделано хорошо, удобно. Вот он такой же самый тычок здесь. Вот видите, они похожи. Все, это убираем в сторону. Значит, теперь берем крестовую отвертку. Я возьму аккумуляторную крестовую отвертку. Значит, здесь есть фиксирующий болтик. Вот он.
Так, чтобы вам было видать, наверное, вот так, наверное, может лучше поставить. То есть вот этот болт, он является и контактным для заземления. Вот, и он же фиксирует пускозащитное устройство, значит, на, ну, чтобы оно не, ну, не отсоединялось там от вибрации и все прочего, если, допустим, ну, образно так уж говоря. Значит, все, его не отключим не совсем. Оборотов 4-5 открутили. Потом нам необходимо освободить провода. То есть здесь необходимо открутить вот эти вот тоже. Здесь немножко туговато идет. Давно его не откручивали. А, можно сказать, с завода не откручивали. Так. Есть. И второй. Так, вот эти штучки мы положим вот сюда, чтобы нам их не потерять. Здесь эти на таких вот отлитых поводках, так скажем. Выводим провода отсюда. Вот они вышли. И теперь берем отвертку, подводим между компрессором и пускозащитным и снимаем его. Все, вот мы сняли пускозащитное устройство. Теперь обратно это все ставим, чтобы у нас не потерялось. Можно не ставить, но я предпочитаю потратить небольшое время на это, зато потом не искать эти болтики, винтики. Просто наживить, чтобы они здесь на месте были. Вот так. Все. А теперь нам необходимо разогнуть вот эти вот усики. Не то, что разогнуть, а повернуть их. Повернуть, чтобы они пролезли в прорезь. То есть вот таким вот образом. Поворачиваем. И этот также. И теперь снимаем. Снимаем и разворачиваем. Выводим вот сюда. Аж вот туда выводим. Видите? И он теперь снимется. Вот он снялся. Этот не нужен настолько далеко. Здесь разворот будет меньше. Здесь вот так вот повернули. И он снимется. Правая сторона. Так, все это убираем в сторону. Все, он готов у нас для снятия. То есть можно просто руками снять. Но я для удобства использую фомочку небольшую. То есть вот такую фомку. Это монтажка, по-моему, от москвича. От 412, я не помню. От папиного еще. Вот, и я его вот так вставляю ее туда. И приподнимаю без усилий. Он легко выходит. Потому что резинки от времени вот эти прилипают. И срывать его очень неудобно руками. Все, компрессор у нас снят. Вот он у нас в сторону, я его ставлю. Значит, можем ему его родную крышку сюда поставить. Тоже, чтобы она не терялась у нас. Все, на месте стоит. Вот таким вот образом. Значит, вот это вот мы сейчас убираем просто в сторону. Поднимаем вверх, все поднимем, зацепим, чтобы нам не мешали эти провода. Теперь переходим к следующему этапу. Нам необходимо будет впаиваться вот сюда и вот сюда. Почему я впаиваюсь, а не ставлю какие-либо муфты на уплотнениях? Потому что, ну, гарантии нормального, так скажем, ну, резинка может быть, так скажем, чуть пропускать. А если уж впаялся, это уже будет наверняка 100% гарантированно, что никакой утечки там не будет. То есть будем искать только утечку в другом месте. Вот. Но прежде чем впаиваться, нам необходимо разделить эти контура. То есть вот эта контур трубка будет, у нас идет один из концов контура низкого давления. Это у нас один из концов контура высокого давления.
чтобы их разделить, будем перерезать капиллярку возле фильтра осушителя, отступив от него там 4 сантиметра, 3-4-5 сантиметров. Вот так вот сейчас перережем. Сейчас я возьму ножницы для капиллярки специальные и перережем. Сейчас, секундочку. Ножнички. Вот они. Капиллярные ножницы можно использовать любые. Но я использую вот такие вот универсальные. Они тут на 3 размера. Бывают они вообще на один только размер. Но обязательно нужно использовать, конечно, такие, которые специально сделаны. Они очень похожи на ножницы, которыми подстригают животным когти. Значит, вот так отстригаем. Ну, примерно вот так. Вот. И вот эти вот места мы сейчас, эти трубки, мы запаяем. Мы их загерметизируем. Вот эти вот. И эту, чтобы проверить на прессовку. Но прежде чем это делать, лучше даже, если мы с вами проверим сейчас вот капиллярную трубочку, вот эту, на проходимость. То есть мы сейчас нашу импровизированную муфту Ганзена, которую в предыдущем видео я показывал, значит, которая приспособлена для того, чтобы ее можно было зафиксировать на капиллярную трубку, мы ее сейчас сюда вцепим и попробуем дунем. Если у нас будет здесь продавливаться компрессором СК-140, у меня компрессор, то есть это где-то 157, по-моему, у него холодопроизводительность, средней мощности компрессор. То есть если им будем продувать и покажет у нас порядка 20-21, не больше, а лучше даже 18-19 бар, то эта трубочка, будем считать, что она чистая. И мы ее уже исключим из своих, так скажем, вопросов по поводу исправности. Поэтому давайте мы сначала ее проверим, а потом уже ее запаяем и перейдем к прессовке. Сейчас я все подготовлю и будем ее продувать на проходимость. Итак, значит, вот я приготовил манометр, муфту со вставочкой под капиллярную трубочку с резинкой со вставленной. Значит, компрессор, которым будем давить СК-140 он у меня, да. Значит, ну и розетку питания для компрессора. Значит, здесь мы ориентировочно для себя поставим контрольную стрелку на 20 бар. Вот я ставлю 20 бар. Значит, то есть это нам ориентир, который желательно у нас такой должно быть проходимость. То есть мы ее желаем. Желательно не выше. Ну, будет, если выше, там на 1-1,5 бара, это не смертельно, так скажем. Вот. Подсоединяем муфту на капиллярную трубку. Объясняю очень подробно. Это именно для начинающих. Поэтому те, кто мастера опытные, могут сейчас сказать, вот там он тянет резину, вам это не нужно, а тем, кто это, в этом не разбирается, это необходимо. Так. Ой, что я сделал? Подождите, я не подсоединил. Подсоединяем. Заболтался. Подсоединяем манометр и подсоединяем к манометру уже сам компрессор. И давайте прямо сейчас будем включать и наблюдать. Я прям сделаю так, чтобы вам видно было. Вот я включаю. Ой, блин. Вот так. Чтоб, ну, так, что, чтобы понятно было, да? И смотрим. 10. 15. 20. 22. 23. То есть небольшой засор, возможно, есть. Небольшие отложения. Но также может быть это и масло на стенках капиллярной трубки. Тоже может так затормаживать. То есть если его по нему пойдет фреон, возможно, масло смоет. Почему? Если, допустим, там была утечка у этого холодильника,
И, естественно, фреон вышел, и масло начало загонять туда в систему, а возвращаться масло не возвращалось по той причине, что фреона там недостаточно для того, чтобы прихватить с собой это масло обратно и вернуть в мотор-компрессор. И оно могло остаться немножко на стенках. Это тоже может вот влиять. Вот поэтому, ну и в данном случае мы все равно не сможем полноценно промыть капиллярку, потому что потом оттуда выдувать со всей системы весь этот хлам, что мы будем проводить, будет сложно. Но 23 бара, в принципе, ну, допустимо, так скажем. Тем более, холодильник небольшой. Я думаю, что ничего страшного нет. Если мы вот даже сейчас туда плеснем чуть-чуть растворителя какого-нибудь там нефтяного, сольвента там или что-то еще в этом роде, значит, он упадет сразу, ну, проходимость увеличится, и давление упадет до 20. Это могу точно гарантировать, потому что там на стенках масло. Так что будем считать, что капиллярка не забитая, ну, в пределах, ну, допустимого. Работать он будет, скорее всего. Но теперь мы перейдем к тому, чтобы проверить нам на герметичность его. Сейчас я приготовлю инструмент, горелку. Впаяемся, запаяем и поставим манометры опрессовочные на два контура раздельных. Так, ну вот, друзья, я приготовил, значит, горелку, чтобы паять, значит, припой, ну и с флюсом, потому что стальную лучше с флюсом там паять, конечно, хоть там и есть припой. Вот, бесфлюсовой вот этот вот тоже, как бы, это медь, просто медь с медью. Значит, огнеупорный материал, асбест, зажигалочку и два клапана шреддера. Для того, чтобы припаять к трубочкам, обратите внимание, клапан шреддера, один из них, у меня трубка восьмерка стоит. То есть это я специально делал такие, чтобы мне проще было впаиваться вот к 1/4, это 6,35, которая диаметром, чтобы сюда впаиваться. Вот. Ну а это обычный клапан шреддера, стандартный, правда здесь толстостенная трубочка, хорошая, более качественная. Это будем сюда впаиваться. Вот. Значит, что мы сейчас сделаем первое? Нам необходимо будет заглушить вот эти вот трубочки, оплавить их. То есть у нас получается контур низкого давления, вот эти две трубки, вот эти две. Контур высокого давления, то есть вот это вот конец и вот этот вот конец. То есть вот он заходит, проходит и выходит сюда. Поэтому один из концов контура высокого давления мы сейчас запаяем. И один из концов контура низкого давления мы тоже запаяем. Сейчас я приготовлю тут, чтобы вот таким вот образом, не знаю, видно вам, нет. Сейчас, чтобы вам попонятнее было, повиднее. Вот так, наверное, будет видно. Значит, капиллярную трубку мы будем просто оплавлять. Нет необходимости использовать припой. Делаем хорошее пламя, высокое, значит, и вот так ее оплавляем. Не знаю, там видно вам на камеру, нет? Она оплавится шариком. Вот она запечаталась. И эту сейчас запечатаем. Все, капиллярные трубки запечатаны. Так, чтобы вам повиднее было показать, я не знаю, видно, нет, вот так, чтобы приложить для фокусировки. Шариком, видите, оплавленное, и там шариком. Все, эта сторона заткнутая. А сюда сейчас мы будем впаиваться, значит, подложим вот так асбест. Видать, наверное, будет. Вот так одну, а вот так сейчас вторую. Так, здесь не лезет немножко, но мы ее сейчас подогреем, она полезет. Да, кстати, ребята, сразу скажу,
а то бывает начинающие забывают. Посмотрите обязательно вот сюда вовнутрь. Если там у вас остался золотник, вытащите его, спалите резинку. Поэтому у меня эти специально, они без золотников, я поэтому и не проверяю, я знаю, что там нет золотников. Вот, а если вы будете стандартный клапан шреддера припаивать, и там будет стоять у вас золотник, вы просто золотник, ну, похерите, испортите его все. Не забудьте вытащить его. Вот так. Сейчас мы сначала прогреем вот это, тут наденем сюда. Вот так, поглубже, чтобы оделся. Все. Оделся. Давайте я поставлю так, чтобы было виднее. Чтобы было виднее. Наверное, вот так виднее будет. Значит, я беру П14 припой. Буду здесь П14. Потому что сталь с медью нужно флюсовать. Он с флюсом П14. Вот и все. Чуть-чуть прогреем снизу, чтобы лучше разошелся припой. И давайте сейчас запаяем эту трубку. Видно? Вот так. Здесь обычным нефлюсованным медно-фосфорный нефлюсованный. Прогреваем до красного цвета. Вот так, все. Значит, смотрим, что у нас получилось. Значит, здесь у нас вот так запаялось. И здесь у нас вот так запаялось. Все, сейчас остынет. Будем давить. Я пока приготовлю манометры. Потому что один манометр здесь у меня лежит, которым я капиллярку проверял. Так, ну что, у нас там уже остыло. Пойдемте посмотрим. Я тут уже все приготовил. Значит, что я приготовил для прессовки? Ну, соответственно, компрессор, розеточку, куда будем втыкать, два опрессовочных манометра. Значит, необходимо нам будет обмылить наши стыки, потому что бывает такое, что раковинка все-таки, потому что паяли не новые, а паяли грязные, даже я их не защищал, то есть распаянные, потом запаивал. Значит, здесь что такое? Вот это вот колба от, ну, так, сырьевая колба, что как ее назвать, для выдува PET-бутылок. А там налита, значит, вода и примерно вот столечко вот там, ну, чуть-чуть, вот прям ферри. То есть мы ее встряхивать будем вот так. Вот, и будет пена хорошая. И удобно пальцем доставать ее, и будем обмыливать. Значит, ну и, в принципе, наверное, нам все, больше ничего и не нужно. Давайте будем подсоединять эти манометры. И накачивать начнем. Сейчас я установлю камеру. Вот так. Значит, давить на по высокой стороне будем 30 бар. Вот так я поставлю 30 бар. По низкой стороне будем давить 20 бар. Хватит. Вот так вот. 30 бар сюда. А 20 бар поставим сюда. Сюда. Давайте сначала накачаем по низкой стороне и будем прислушиваться, потому что если утечка где-нибудь внутри, может раздаться треск. Это говорит о том, что начнет отставать стенка. Нам это не нужно, быстренько спустим, страим это все. Так, подсоединяю.
Так, у нас стоит 20 бар. Видно, не знаю вам, вот так. Не даже вот так, наверное, да? Ну, видать, наверное. Все, и включаю. Нагнетаем. И прислушиваемся. Пять бар. Десять бар. Пятнадцать бар. Двадцать бар. И перекрываем. Вот у нас 20 бар. Я всегда чуть-чуть выше накачиваю. Пока ничего не слышно, не видно. Значит, рекомендую всем для прессовки приобретать вот такой вот стравливающий вот переходничок. На Алиэкспресс я брал. То есть стравливать со шланга давление после того, как закрыли. Это вам сэкономит, так скажем, расходы на резиночки уплотнительные. То есть, когда под давлением откручиваете, резинки портятся сильно. А так вот стравили. Вот так. А после этого уже откручиваем. Я вам очень все подробно объясняю, стараюсь. Давайте накачаем здесь теперь. Теперь этот накачаем. Здесь будем качать 30 бар. Так, вперед. Десять. 15. Здесь побыстрее идет, потому что объем здесь поменьше, по высокой стороне трубки тонкие. 20. 25. 30. И закрываем. Значит, разницы нет, конечно. Сколько качать. То есть вопрос у некоторых возникнет, почему здесь 30, а здесь 20. Значит, это просто чем больше давим, тем быстрее покажет. Как в девятой роте. Чем сильнее сожмешь, тем сильнее рванет. Так и здесь. Чем больше накачаем, тем будет более явно видно. Но пределы тоже должны быть. Поэтому на низкой стороне достаточно 20-25. По высокой, конечно, можно лупануть и все 50, но столько компрессор не выдавит. Вот. Компрессор выдавит 35, максимум 40. Поэтому, ну, вот, чтобы он сильно не напрягался, вот я 30 максимально им давлю, больше стараюсь не давить. Поэтому максимум давлю туда, а 20 достаточно по, значит, низкой стороне. Давайте теперь обмылим, сейчас посмотрим, нормально все мы сделали, нет? Так. Значит, берем колбочку с раствором вода и ферри. Или шампунь можете, что там у вас есть. Я ферри лью. Оно вроде более пенится, так сильнее. Значит, и начинаем обмыливать. Проверяем пайку. Пайка нормально. Но это не все. Рекомендую, когда прессовываете, обмыливать все. И вот эти все стыки, где уплотнение и где опрессовка в шланг, то есть желательно проверить. То есть я обмыливаю все, проверяю. Так, здесь мы не видим, да, и посмотреть наши запайки. Вот эти вот запечатки. Все нормально. Тут тоже все нормально. Обе хорошо. Значит, здесь тоже сейчас также мы проверяем. Утечки нету.
Ну, как говорится, дело мастера боится. Паяем, конечно, уже с закрытыми глазами. Бывает, конечно, брак. Что там уж греха таить. Бывает брачок. Иногда, когда несколько раз уже распаяно было, позасрато. Так, ну, в принципе, вроде все. Значит, теперь здесь у нас чуть больше 20 получается, чуть-чуть больше. Здесь у нас чуть-чуть больше 30, все нормально. Значит, что мы делаем? Мы сейчас поставим время. Сколько у нас на прессовке стоит? Сейчас я включу. У меня вот такие я закупил тоже в Китае. Секундомеры они. Ставлю, засекаю время, чтобы как бы не запоминать, чтобы мозги лишний раз не засирать. Так, ну так, все. Запустили время. Отсчет пошел, секундомер. Ну, он сутки, а потом опять заново сутки считает. То есть он сутки проходит, он опять с нулей начинает. Вот, пускай оно все это считает. Сегодня... Так, у нас сегодня сколько времени тут? Сейчас я посмотрю, тут сколько у меня времени. Так, время у нас 9 часов 22 минуты, 3 марта. Вот, завтра, 4 марта, если, ну, то есть, если проявится сегодня, значит, будет ясно сегодня. Если сегодня не проявится, значит, будет стоять до завтра. Ну, скорее всего, будет стоять до завтра, потому что время тут уже осталось. Ерунда полная. Значит, завтра уже будем смотреть. Пока признаков никаких нет. То есть, в чем была причина, пока не знаю. Пускай стоит. Если до завтра, до утра не покажет, будет стоять до завтра, до вечера. То есть не меньше суток будет стоять. Иногда бывает такая микроскопическая утечка, что показывает только аж на вторые сутки. И мне многие пишут, что бывает так. Да, бывает так. То есть явные признаки утечки, они как бы косвенные. Ну, не то, что косвенные признаки утечки, они есть налицо. Вот, но при опрессовке не показывает. 8 часов, вот при таком высоком давлении стоит, не показывает, то есть отделенный от мотор-компрессора. То есть если с мотор-компрессором опрессовывать все вместе, там очень объем большой в корпусе мотор-компрессора, вы вообще не дождетесь нормальных результатов по опрессовке. Поэтому вот из-за этого отпаиваем. Из-за этого нужно отпаивать. Все, теперь, наверное, на этом пока все с этим роликом. Потому что, что его ждать? Сейчас пойду монтировать. И 4 числа, скорее всего, наверное, я его опять же вечером и выложу. Потому что у меня и так компьютер, ноутбук, он вот форматирует потом, когда переход, ну, уже ролик когда собранный. Он часа 4-5 его перерабатывает. Потом, когда на YouTube заливается, еще сколько времени. То есть, ну, времени очень много надо потратить. Если кто знает, что такое монтировать видео, тому объяснять не надо. А кто не знает, что такое монтировать видео, то все равно не поймет. Поэтому объяснять я не буду. Ладно, в общем, ребята, спасибо, что зашли на мой канал. Значит, еще раз попрошу. Значит, зашли. Пожалуйста, поставьте лайк. Вам не сложно, ничего это не дает. Ни к чему не обязывает. Значит, если есть возможность, подпишитесь. Это тоже вас ни к чему не обязывает. Можете не ставить колокольчики, чтобы вам там это не, как бы не домогали вот эти звуки. Вот. Но мне это будет хотя бы какая-то польза от этого. Чем больше подписчиков, тем лучше. Все-таки в итоге, может быть, мы дождемся тогда, когда нам начнут опять пиндосы платить деньги. Вот, вот пиндосы оплатили. То есть я долго шел к тому, чтобы ну, получить возможность монетизации. Ну, год, наверное, целый, если не больше. Месье, je ne mange pas six jours. Geben Sie mir bitte. После года уже упорного труда, так скажем, я добился монетизации. Сначала получал копейки. Последнее время, вот перед февралем, ну, у нас такая дата рубежная, да, 22 февраля 2024 года. То есть перед этим временем мне пиндосы начисляли уже 2500 в месяц рублей, естественно, не долларов. Будем ждать лучших времен. Спасибо, что зашли. Не пожалеете, подпишитесь, поставьте лайк.
Спасибо, до новых встреч. Еще раз благодарю всех, кто участвовал в программе спонсорства. И заранее благодарю тех, кто, возможно, поучаствует после просмотра этого ролика, либо после просмотра следующего, либо еще. Поэтому я постараюсь сейчас поддерживать контент все-таки, несмотря ни на что. Вот. Тем более сейчас как бы зима, работы не особо много. Ну вот этот холодильник бы я, например, я бы его сделал бы, ну, за 2 дня. То есть я бы его уже весь проверил бы, вот когда первый ролик делал. И на второй день бы я бы уже запустил и протестировал. Ну вот я ради контента, я трачу время свое для вас. Для того, чтобы вы старались делать... Потому что я, например, я считаю, что я делаю отлично. Ну, по моему мнению. Может, кто-то считает по-другому. Вот. Но я стараюсь делать очень хорошо и качественно. Да, некоторые скажут, ты делаешь долго. Долго, но я делаю качественно. Я стараюсь проверить, и прежде чем передать в руки холодильник человеку, я должен быть точно уверен, что у него все нормально. Вот. Поэтому вот такое у меня отношение. Если вы считаете, что я тут немножко подвираю, ну, не знаю. Ну, ладно, давайте, пока, счастливо. Заходите на мой канал, всегда вам рад. До встречи.